Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде прошла военно-патриотическая игра «Орленок». Свои лучшие качества могли показать ребята в возрасте от 14 лет и до 17. Игра началась с построения и марша плацу под оркестр. Вторым этапом стала умственная и физическая подготовка. Ребята показали творческие визитки и прошли интеллектуальный квиз. Далее парни ожидали подтягивания, а девочек пресс. Позже все участвовали в кроссе и эстафете. Самым зрелищным оказалась разборка автомата. В творческой визитке юные патриоты продемонстрировали лучшие качества своей команды, исполнили песни и танцы. Креативность приветствовалась. По словам организаторов, «Орленок» воспитывает в новом поколении патриотизм, активную гражданскую позицию и поднимает уровень физической подготовки. Главные качества, которыми должны обладать участники, это сплоченность, активность, отзывчивость и умение работать в команде. Ребят на протяжении всей игры сопровождали солдаты-срочники 103-й бригады, которые помогали и подсказывали локации для заданий, делились историями и опытом. На «Орленке» присутствовали и почетные гости. Ветераны были главными судьями и оценивали технику и креативность. А позже выбирали лучшие плакаты, которые команды рисовали сами. Условия у нас, в общем-то, нестандартно. Есть положение, и в соответствии с положением проводится данное мероприятие. Поэтому самые лучшие команды сегодня со всех районов, они имеют право и возможность представлять свой регион здесь у нас уже в областном центре на областной игре. Потом здесь мы уже не первый год проводим, и они с желанием идут. Идут с желанием и смотрят, и участвуют. У них в глазах стоит там не то, что где-то каким-то это, а мир идет в глаза. Они довольны, что спорт, он всегда объединяет людей, объединяет все возрасты. И здесь, конечно же, я считаю, что мы сегодня тоже определим победителей, и я думаю, дружба всегда победит. Попал в эту игру с помощью наших воспитателей, которые проводили с нами тренировки. С помощью отбора как и по среднему баллу, так и у себя и команду высоко, потому что мы тренировались в районе 3-4 месяцев каждый день.